Тюмень, Югра и Ямал. С возможностями трех субъектов в доступной форме можно познакомиться в инфопарке. В городском сквере сегодня состоялся технический запуск информационного парка «Сотрудничество больше, чем программа». Официальное открытие площадки пройдет завтра. В 11 часов инфопарк распахнет двери для муравленковцев. Организаторы приготовили для гостей интересную программу. Горожан ждут экскурсии, фотозона, интеллектуальные игры и множество интересных конкурсов. У нас можно сделать бесплатные фотографии, можно забрать 3D-метки, поиграть в очки виртуальной реальности. На самом деле можно просто здорово провести время, узнать об итогах и результатах программ сотрудничества и в целом пообщаться со своими друзьями и классно провести время. Информационный центр наполнен интерактивными стендами и развлекательными зонами, демонстрирующими принцип действия программы сотрудничества. Посетить площадку инфопарка можно с 11 часов утра до 9 часов вечера, до 26 августа. Вход свободный.